Приветствую вас, друзья мои, все в гостях на своем канале Старый Кролик. Готовит сегодня у нас старинная русская кухня скоблянка. Очень вкусный и по-своему интересный рецепт. Я, в принципе, все подготовил. Давайте тогда и приступим сразу же. Найдя в горячий цех. Две сковородки, растительное масло в каждую. Включили, греем. Давайте сюда лук. Сюда картошку. Лук чуть прихватился, грибы. Жарим почти до готовности. Теперь самое интересное. Скоблянка. Это мясо замороженное. У меня говядина. Что мы делаем? Мы ножом его как бы соскабливаем. Делаем такую стружку. Да, похожую на струганину. Смысл всего этого, что надо жарить все отдельно. Готово. Я грибы перемещаю в картошку. Все выключаю. Вставляю отдельно. Добавил масло и обжариваю здесь мясо. Здесь у меня сметана. Добавляю 2 ложки горчицы. Просто перемешиваю. Это такая заливка будет у нас. Мясо поджарилось. Такой характерный запах пошел. Соединяем. Солим. Перчим. Черный молотый перец. Аккуратно перемешивай. Теперь все это дело в посуду для запекания. Сверху сметаны с горчицей. Духовка 160 градусов, минут 20-25. Скоблянка готова. Приятного аппетита. Запах стоит сумасшедший. Готовьте, готовьте, не стесняйтесь, готовьте. Спасибо, что забегали, смотрели. Скоро увидимся.